Жильцы домов в Мирном по улице Ленина боятся выходить во двор. Всему виной водители-лихачи. Мимо подъездов машины проносятся с бешеной скоростью. Больше всего жители беспокоятся за детей. Можно ли найти управу на тех, кому на дорогах закон не писан, выясняла Мария Урцева. Жильцы дома по улице Ленина 35А боятся стать жертвами лихачей. По внутриквартальному проезду автолюбители передвигаются на высоких скоростях, игнорируют дорожные знаки. Машины не соблюдают скоростной режим. Вот. То есть здесь как бы в дворовой части как бы очень много детей как бы гуляет. И ну, как бы очень, даже я вот хожу, и очень неприятно то, что даже не пропускают вот здесь, вот как, ну, вот на этой дороге. 28 июля при выезде из жилой зоны по улице 40 лет Октября водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Нарушения правил дорожного движения в дворовых территориях, по словам госавтоинспекции, случаются все чаще. В жилых зонах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 20 км в час. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения, в том числе пешеходам и велосипедистам. По мнению жителей, выход из создавшейся ситуации один – усиление работы госавтоинспекции. Не помешает и установка лежачего полицейского. Привлечь лихача к ответственности может только полицейский. Граждане бессильны, даже если снимут нарушение на камеру. Единственный выход – написать заявление в мэрию, чтобы во дворе установили лежачих полицейских или видеонаблюдение. Вот только установят их или нет – большой вопрос. Мария Урцева, Илья Засухин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».